В рамках данного проезда была стоимость порядка 4 миллионов определена, сметная. Как коллеги сказали, здесь была реализован как проезжая часть, так и пешеходная зона. Совместно с сетевыми компаниями проработан вопрос по освещению, по водоотведению. И, соответственно, благодаря коллегам из «Вектора» быстро и оперативно работа выполнена. Дело все в том, что это единственный проезд был, потом здесь появился еще один проезд. Здесь застревали машины, здесь не могла скорая проехать. И не хотела уже не даже хотели ехать. Ехать такси. Проблемы были. И постоянно мы занимались подсыпкой, хотя дороги-то нет. То есть она не построена, то есть как таковой дороги не было. Это просто насыпь, причем она такая строительного, что осталось от стройки. Поэтому, несмотря на то, что постоянно вызывали сюда грейдер, подсыпку, это все было временная мера. И еще раз говорю, это больше 10 лет эта проблема тянулась. Я благодарна сегодня и мэрии города Череповца за оперативность, за не только выделение денежных средств из городского бюджета, а за то, как мы успели это сделать. Погода, конечно, нам позволила работу проводить до середины ноября. Ну и, конечно, у меня сегодня слова благодарности жильцам за терпение, за понимание.